11 женщин в конце августа оставили свои привычные дела и отправились в Мариинский Посад на 6-й пленэр художниц Чувашии. Картины представлены на выставке пленэра «Мир цвета глаз женщины». Действительно ли женская кисть пишет иначе, узнавала Екатерина Куприна. Сочная трава, яркие цветы и спокойствие Волги. Сама природа вдохновляла женщин на создание этих картин. Светлана Кокель, представительница известной художественной династии, решила создать для чувашских художниц особую атмосферу. Вот уже 6-й раз пленэристки отправляются в районы республики, чтобы отвлечься от повседневных забот и полностью погрузиться в творчество. Женский пленэр – это, скажем так, необыкновенная атмосфера, где одни женщины. То есть совершенно другое видение мира. Вообще принято, что женщина лучше всех видит цвет. И если вы посмотрите на все эти работы, сразу видно, что это женская рука. То есть цветы, природа, такая палитра красок – это только, скажем так, женщины могут так творить. У пленэра нет коммерческих целей. Женщины сами покупают материалы и инструменты, а получившаяся выставка совершенно бесплатная. В первую очередь творческий проект – возможность перенести эмоции, чувства и мысли на холст, а для посетителей выставки – увидеть красоту родных мест. На глазах Галины Максимовой буквально рождались этюды, пейзажи и портреты. Именно в ее деревне жили художницы. Когда я оказалась в этом зале, то я ощутила себя в Мариинско-Посадском районе. И все мне здесь очень знакомо, все родное. И художникам удалось передать ту красоту, которая на самом деле существует у нас в районе. И пейзажи очень красивые, прям точно-точно можно сказать. Убедиться в том, что женская рука действительно творит иначе, а глаза художниц видят ярче, может каждый желающий. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.